Всем привет, с вами снова «Угол зрения». Сегодня мы будем узнавать у полевчан, посещают ли они культурные учреждения Полевского и как часто они это делают. По работе? Часто. А так? Кинотеатр, например, или Дворец культуры? Только когда я хожу с ребенком на занятия. А, кинотеатр? И на концерты. Последний раз куда ходили? В Центр культуры и народного творчества. Предпочитаю кино смотреть дома. Если что-то и проводится, то я в основном хожу в парк. Здесь вот у нас, приезжают там, день города, день металлурга и т.д. и т.п. А так нет. Кинотеатр? Кинотеатр, да, бывало, посещаю время от времени. Когда новинки какие-то выходят, там, что-то из фильмов, там. Сейчас, видите, сейчас в свободном доступе есть все как бы в интернете. Последним посещением было Домна. Домна? А Дворец культуры или кинотеатр? Бывает, частенько на разные театры хожу. Что там интересное показывают? Разные постановки, наверное. Я, честно говоря, человек малокультурный, во всем этом плохо разбираюсь, но ходить люблю. Не посещаю, времени нету. Только из ребенка, а раньше? Я не посещала. Нет? Особо ни кинотеатр, нет. Ни Дворец культуры? Кинотеатр посещаем, бывает. Не очень часто почему-то теперь. Почему? Не знаю. А раньше? Как-то их меньше стало, во Дворце культуры, мне так кажется. Раньше на что ходили, куда? Театральные премьеры были, спектакли. В кинотеатр? В кинотеатр нет, дома смотрю, у меня домашний кинотеатр. Когда нравятся мероприятия, тогда иду. Что, например, и куда ходите? На отчетные концерты хореографических коллективов. В кинотеатр? В кинотеатр? Ходим иногда. Посещаете ли культурные учреждения Полевского? Обязательно. Какие, например? Все, какие есть. Редко. Я в ЕКБ живу. Дворец культуры. Несколько раз в неделю там занимается ребенок. А, допустим, какие-то спектакли, еще что-то? Да, обязательно ходим туда. Что из последнего посещали? Ой, слушайте, это был Тодес. Он приезжал к нам осенью, мы ходили на него. Это наверное, что ярче всего запомнилось. Конечно, наши собственные концерты. Кинотеатр? Кинотеатр реже намного. Очень любим ходить в начале января, когда идут громкие премьеры. Как раз детские, да? Да. А как часто культурные учреждения Полевского посещаете? Вообще не посещаете? Редко. Почему? Мы в город ездим для этого. Что здесь не устраивает? Кинотеатр? Вообще сама обстановка. Холодно, кресло надо поменять. Тогда будет больше. А Дворец культуры, например, концерты, театральные постановки? Не знаю, мы как-то больше в город ездим. Посещаете ли культурные учреждения Полевского, Дворец культуры, кинотеатр? Нет. Почему? Некогда. А посещаете ли вы культурные учреждения Полевского? Пишите в комментариях. Это был «Угол зрения». По традиции увидимся на следующей неделе.